Došli u Srbiju i hvala vam što ste odvojili vreme da i danas obeležimo naše savezništvo u Drugom svetskom ratu. Еще раз и официально добро пожаловать уже в Палату Сербии. И спасибо вам, что вы выделили время, чтобы вместе с нами отпраздновали нашу победу во Второй мировой войне. Нам велика част, что смо ове године угостили и председника Путина. Для нас большая честь, что в этом году нашим гостем был и президент Путин. И ваша посета само подтверждает ниво отношений, которые има Русская Федерация и Республика Сербия. И ваш визит только дополнительно подтверждает уровень тех отношений, которые имеются между Российской Федерацией и Сербией. Спасибо большое и добро пожаловать в Сербию. Спасибо. Уважаемая госпожа председатель правительства, так получилось, что я
в Сербии было ровно 10 лет назад. Пожалуйста, господин председатель влады, так и сидесово, что в Сербии было точно пред 10 лет. Да, 20 октября 2009 года. 20 октября 2009. Вот, поэтому мне очень приятно посетить снова вашу дружественную страну, причем не просто так, а по очень хорошему поводу, 75-летию освобождения Белграда. Зато мне яко драго да поново посетим вашу приятельскую землю, и то не онако, него по яко лепом разлугу 75-годишнице освободить. Это наш общий праздник. Это наш заеднический праздник. И, с другой стороны, это хороший повод просто обменяться информацией, как развиваются наши отношения. Али все время это яко добрая прилика, да, разные мишени о том, как се развиваю наши отношения. Хотел бы сказать, что мне приятно познакомиться с вами. Я рассчитываю на то, что и сегодняшние переговоры, и ваш достаточно скорый визит в Москву будут способствовать развитию нашего многостороннего сотрудничества. Я подрабатываю с вами, и можем нагласить, да, и данышние переговоры, а и ваша предстоящая скорая посета в Москве будет приносить дальнем развитию наших мультиплатеральных отношений. Еще раз большое спасибо за встречу, за прекрасную погоду, и начнем переговор. Еще одну хвалу пуно на дочеку, на яку лепом времену, и я ему започнем с переговорами. Спасибо. Хвала.